Турецкие пельмени кушают ложкой, вилкой не кушают. Ребята, турецкие каймалы манты, фаршированные пельмени с мясом. Состав: пшеничная мука, глютен, вода. Коровий фарш 13,5%. Лук. Пшеничная манка глютеновая. Бахарат, специи и соль. Это вместе с фаршем, с луком и пшеничная мука, манка мешается со специями, с солью. Это начинка. Для теста мука пшеничная, вода мешается. Никаких яичек, масла, ничего нету. Варится на 1 литр воды. В горячую воду бросается 350 грамм. Сухариков и соя нету внутри. Хранится при заморозке, хранится плюс 4 градуса. Сейчас открою пакетик, покажу. Вот, ребята, такие манты, турецкие пельмени. Тесто внутри, точечка, корень этого говяжьего фарша с луком. Тесто 50 грамм здесь. Вода вот закипает. Сейчас я добавлю сольку. Вот, ребят, в кипящую подсоленную воду добавляем наши манты. Помешаем. И ждем. Вот здесь написано: варить 10 минут. Если хотите, чтобы были мягкие, 15 минут варить. Ждем. Производство в Стамбуле сделано. Улица такая-то, такая-то. Делаем соус. Бутербродное масло взяли. Грамм 30. Растопили. Сейчас масло растопится. Если русские пельмени, вареники всплыли, значит, готово. То турецкие так не будут. Пылили и готово. Нет, они всплыли, мы их варим 10 минут. Ждем наше маслице. Пельмени варятся, каймалы манты, турецкие пельмени. Масло раскалилось. Берем кикик, кармазе пульбибер, тимьян, красный перец хлопьями, можно горький, можно сладкий, и нане, сухая мята. Добавляем. Это будет соус. Соус готов, выключаем. Дальше готовим соус второй. Йогурт, чеснок, 2-3 зубчика чеснока и соль, туз. Все это смешать. Чеснок через чеснокодавилку или помолоть ступки. И вот сюда все добавить.
я уже добавила, помешала. Это второй соус. Наши манты готовы. Сейчас мы их переложим вот сюда в тарелочку. От воды нужно избавиться. Юшечку от этих манты не пьют. Иногда мы у русских пельменей пьем, у турецких пельменей юшечку не пьют. Сейчас я переложу все сюда. Наши пельмени слегка увеличились в размере. Наш йогурт мы должны чесноком с солью сюда положить. Мы положили йогурт с чесноком. Теперь сверху на этот йогурт полить наше бутербродное масло со специями. Наши манты готовы. Приятного аппетита. Афи тоцу.